Тем, у кого все еще нет новогоднего настроения, обязательно нужно побывать в торгово-развлекательном центре «Седьмое небо». В преддверии самого волшебного праздника в году здесь дарят подарки. С 1 по 24 декабря, совершая покупку на сумму от 2000 рублей, каждый покупатель получает купон участника акции. Его нужно зарегистрировать на стойке информации. Затем по купону можно получить магнитную фоторамку в ювелирном салоне. И это еще не все подарки. Мне подарили такую замечательную рамку. Повешу ее на холодильник обязательно. И купон. 24 декабря буду участвовать в розыгрыше. Помимо фоторамок, «Седьмое небо» также будет дарить гироскутеры, мягкие игрушки, новогодние украшения для дома и другие подарки. Их разыграют накануне Нового года, 24 декабря, по этим же купонам. Так что участвуйте в акции «Новогодний калейдоскоп подарков».